Мої вітання глядачам восьмого. І, власне, далі говоримо про надцікаву і надважливу тему для українського банківського сектору, про банк без відділень, про відкриття рахунку в мережі в один клік, а також про картки без реквізитів. Наш гість сьогодні – Олег Гороховський, співзасновник Монобанку. Знайомтеся. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день. І, власне, перше моє запитання до вас. Як з'явилася взагалі ідея от настільки унікального сьогодні явища, як банки без відділень? Тому що є люди, які знайомі, абсолютно успішно користуються, а є глядачі, які сьогодні вперше про це почують. Когда мы придумали эту историю, на самом деле такие банки уже в мире были. Были успешные примеры банков и в Англии, это Revolut, и в России был Тинькофф. Банки, которые сделаны для клиентов, для современных клиентов, которые пользуются смартфонами, которые не любят стоять в очередях и ходить в классические банки для того, чтобы решать обычные вопросы, которые на самом деле можно сделать так, чтобы они не вызывали ни трения, ни взаимодействия с персоналом. Мы захотели сделать проект быстро, красиво. Да, он, конечно же, отсек часть клиентов, которые пока не имеют смартфонов или которые привыкли к каким-то стандартным подходам банковским, но зато мы смогли сделать для тех, кому это важно и кто это ценит, смогли сделать очень удобный продукт, который действительно лишает их хлопот. Банк не должен причинять никаких хлопот. Это всего лишь про платежи, всего лишь про какое-то кредитное плечо, которое тебе может подставить банк, всего лишь про возможность свободные деньги оставить и получить по ним проценты. И вот эти маленькие, простые транзакции, которые клиенты чаще всего делают в банке, мы сделали так, чтобы их можно было делать без посещения банка. Нельзя сказать, что вообще нет отделений, некуда прийти клиенту для того, чтобы депозит пополнить. До живых людей у вас. Да, у нас есть банк-партнер, на лицензии которого осуществляется этот проект. Это Универсал Банк. И у него есть там несколько отделений. Кроме того, мы развернули сеть сотрудников, которые доставляют наши карты. И эта сеть сегодня большая. Она создана не только из наших сотрудников, но у нас есть и партнерские программы, которые дают возможность клиентам получить карты в разных местах, где им удобно. Карты мы доставляем. И вот эта история про отсутствие отделений – это прежде всего про обслуживание. То есть, когда ты обслуживаешься, тебе не надо никуда ходить. У нас получилось удобно. Я считаю, что это точно стоит того, чтобы это попробовать. Власне, дуже зручно насправді, тому що, от, як ви сказали до цього, людей, які сьогодні без смартфонів, надто малий вже відсоток, тому що навіть там онуки, діти своїм батькам. Всі зі смартфонами. Всі в соціальних мережах зі смартфонами. Да, у нас бабушки зі смартфонами, бабушкам вже про 80 лет, і всі пользуються смартфонами. І вони, до речі, ще все детально вивчають, абсолютно професійніше, ніж сьогодні. Да, вони підходять ко всім вопросам дуже тщательно, изучают, разбираются, строго следуют инструкциям, но, слава богу, монобанком пользоваться просто и пожилым людям. Хотя основная, конечно, категория клиентов у нас молодежь. И для молодежи это действительно очень крутой получился продукт. Он оставляет приятное эмоциональное послевкусие после взаимодействия с ним. Я считаю, что именно молодежь, она является активными нашими промоутерами. Они рекомендуют наш продукт, и благодаря тому, что у нас очень много и большая часть клиентов в возрасте до 40 лет, это нам позволяет быстро развиваться. Цільова аудиторія, локомотив розвитку. Який був зворотній зв'язок від клієнтів, коли тільки запустився проект, коли люди почали працювати, здійснили перші транзакції, чи не було проблем, не було збоїв, чи запрацювала машина повністю злагоджено в пазлі, і який був зворотній зв'язок в мережі, там, на гарячу лінію, будь-як? Дуже цікавий вопрос. І мы когда стартовали, я считаю, что мы сделали достаточно необычный, ну, для украинского рынка так точно, ход. Мы вышли в режиме, ну, во-первых, вначале мы сделали предзаказ, мы собрали достаточно много предзаказов благодаря нашим социальным активностям. У нас у основателей достаточно
большие базы подписчиков, и мы там информировали их о ходе проекта, там же мы объявили предзаказ. А когда мы стартовали, мы сделали так называемый бета-тест, и этот прием, я считаю, что во многом предопределил наш успех. То есть у нас получилось более 10 тысяч клиентов, которые согласились попробовать первый месяц продукт, согласились с тем, что там могут быть баги и большие недоработки. Они изначально были очень к нам лояльно настроены, и они своим вот этим пользованием, они давали обратную связь. Мы сформировали костяк клиентов, который чувствовал себя причастным к проекту и который искренне любил проект, и они дали первую большую волну того, почему Монобанк это круто и почему они рекомендуют им пользоваться. Вот этот формат с бета-тестом, на самом деле, он, мы когда потом запускали наш проект SmartTest, это клуб, необычный клуб, в котором можно здоровый образ жизни вести, спортом заниматься, групповые тренировки, мы там тоже сделали бета-тест. То есть мы как бы из онлайна попробовали этот опыт и в офлайне. И это достаточно неплохо работает и в офлайне. Поэтому мне кажется, що отакий старт необычний, він во многом предопределив наш успіх. Насправді це дуже важливо, коли тисячі людей повірили, тому що співзасновники, засновники, люди, які там ідеєю живуть, вони вірять в це всім серцем, а коли це, в це вірять пересічні українці і користувачі, це насправді дуже круто. Сьогодні дуже часто, так само і в мережі, і взагалі, коли спілкуєшся в інтерв'ю з українцями, їх бентежить запитання, наскільки в мережу сьогодні взагалі безпечно скидати свої дані, там, паспорт, що завгодно, наскільки сьогодні от все дані їхні захищені, наскільки це кібербезпечно в цілому, що скажете? Заспокоюйте користувачів. Действительно, вопросы кибербезопасности сегодня, ну, для банков это вопросы важные. И банки, ну, много тратят денег на то, чтобы правильно пользоваться данными. В Европе и в Америке есть такая регуляция, называется GDPR, которая регламентирует, как банкам обращаться с данными. Мы этой регуляции у нас нет, то есть она для нас не обязательна. Но очень много из того, что там написано, мы в Монобанке стараемся выполнять, потому что у этой регуляции очень правильная суть. Ты должен сделать все для того, чтобы данные клиента не использовались никак иначе, кроме как то, на что тебе дал разрешение клиент. Доверив свои данные. То есть клиент должен четко понимать, для каких целей он предоставляет данные. Любое использование этих данных не для этих целей, без согласия клиента, это нарушение. Я считаю, что банкам передавать данные можно, и это безопасно. Как насчет передачи данных в другие места, все зависит от мест, куда ты их передаешь. Я думаю, что клеить свои паспортные данные на заборе не стоит, а в банке отдавать можно. Банки понимают прекрасно, что такое персональные данные. Банки эти данные, мы, допустим, вообще все данные клиентов храним в зашифрованном виде. И нет ни одного человека в компании, включая разработчика этой системы, который может получить базу клиентскую. То есть он может вытащить данные по клиенту через разовый запрос, а получить список клиентов невозможно. То есть это гигиена и это правильная архитектура. Банки проходят аудит на соблюдение стандартов кибербезопасности. То есть банк — это, ну, последнее место, где надо переживать, отдавать данные. С другой стороны, ну, тоже надо понимать, что ваши данные на самом деле не, это небольшой секрет Полишинеля. То есть, с одной стороны, вы постите фотографии с отдыха, вы постите в соцсетях абсолютно все своих детей, а потом переживаете... Геолокация, а потом переживаете, что кто-то знает, где вы отдыхали. Но это странно. То есть, получается, что с одной стороны, человек сам выдает все свои данные абсолютно не всегда обдумано, а с другой стороны, он как бы переживает. То есть вот это переживание в случае с банками, ну, я считаю, что оно избыточно. Треба повсюду вытримати ось цей баланс. Власне, скільки сьогодні користувачів Монобанку, скільки людей сьогодні довірили вам свої дані?
1 430 000 клиентов у нас сегодня. Это очень крутой показатель в части темпов роста. То есть мы быстрее всех в мире, нас называют самым быстрорастущим необанком в мире. Необанк – это банк без отделений. Вот из всех банков в мире мы до 1 000 000 клиентов доросли быстрее всех за 1.5 года, а нам уже сегодня 2 года исполнилось. За 2 года у нас уже 1 400 000 клиентов. Я уверен, что мы и до 2 000 000. Прямо это витание, до речи, с другой речи. Да, дякую. Я уверен, что мы и до 2 000 000 быстрее всех в мире дорастем. И это все происходит благодаря тому, как к нам относятся клиенты. У нас получилось сделать очень необычную вещь. Мы сделали так, это какая-то магия на самом деле, хотя очень неплохо подготовленная. У нас очень большое количество клиентов, которые к нам относятся искренне, чуть ли не любят нас. То есть им нравится то, что мы делаем, они наши фанаты. И вот такое количество клиентов, которые действительно получают удовольствие от пользования, во многом предопределяет то, почему мы так быстро растем. Мы сегодня растем круто. Які своїм фанатам, до речі, якщо дуже круто називати користувачів фанатами, які умови кредитування депозитів сьогодні ви пропонуєте своїм фанатам? Значит, у нас сегодня основной продукт наш кредитный – это карта, черная карта. На ней установлен кредитный лимит клиентам в зависимости от того, как мы посчитали, модель наша посчитала лимит в зависимости от кредитной истории, от доходов клиента заявленных. Мы ставим лимиты. Эти лимиты имеют грейс-период, так называемый. Это период бесплатного пользования 62 дня до 62 дней. То есть, если ты гасишь до конца следующего месяца траты предыдущего месяца, ты банку ничего не платишь. Я, например, из принципа ничего банку не хочу платить, никогда не хотел платить, и я так пользуюсь картой, что я ничего не плачу. Если после того, как этот грейс-период закончился, вы вносите только минимальный платеж, а не покрываете траты, ставка составляет 3,2% в месяц. Кстати, по платиновой карте, которую мы запустили на прошлой неделе, там ставка чуть ниже, 3,1% в месяц. У нас есть продукт рассрочка, там, где ты перед покупкой, и на это стоит у клиента отдельный лимит, ты перед покупкой можешь заявиться на ту сумму, которую ты хочешь провести в рассрочку, и на эту сумму тебе дает, увеличивают баланс по карте. Рассрочка, там другие условия, там ставка 1,9% на первоначальную сумму кредита, и это кредит, который ты можешь чуть дольше гасить, у него другие правила. А есть еще продукт, который называется покупка частями. Там, где магазины платят ставку за клиента. И это абсолютно честный продукт в плане... Магазины-партнеры банка. Да, это честная рассрочка в плане того, что там нет никаких скрытых комиссий. Все предыдущие продукты, которые я назвал, они тоже... Зирочка, знаете, тоже, когда появляется в Да, они тоже честные, но там есть ставка, и там есть переплата, если ты не укладываешься в грейс-период. В покупке частями действительно ставка оплачена партнером, и когда ты видишь значок «покупка частями», у нас там такая кошачья лапа, то ты должен знать, что просто покупку можешь разделить на выбранное количество частей, каждый месяц с тебя будет списываться вот эта сумма, а процентов никаких ты за это не платишь. Сегодня у нас там партнеры добавляются, проект, так как достаточно популярный, с нами хотят работать и сети электроники, и не только магазины электроники. У нас достаточно уже много партнеров, не все партнеры, которых мы хотим, еще с нами, но мы развиваемся. То есть у нас сегодня 3 кредитных продукта. Про депозити, власне, про умови депозитарів вашого, тому що сьогодні українці бояться, насправді, якщо дивитися якісь соціологічні опитування, довірити свої кошти, там, які вони збирали роками, десь у банк. Краще я буду їх собі десь під матрацом тримати, тому що не знаю, що буде завтра. Часто буває, що от сьогодні банк є, там через рік його вже немає, і потім з'являються проблеми. Які сьогодні пропозиції саме по депозитам пропонуєте? Чому повинен громадянин вам довірити свої кошти? У нас, за счет того, що у нас достатньо оптимізовані здержки на інфраструктуру, і у нас є можливість і ставку держати по кредитам краще, ніж у багатьох банках,
товаров, и кэшбэки мы клиентам даем, и, соответственно, можем чуть больше платить по депозитам, потому что все деньги, которые мы собираем, мы выдаем в кредиты, кредиты, конечно же, чуть дороже, чем депозиты, но ставка у нас сегодня, если клиент размещает средства через монобанк, ставка с капитализацией, если проценты добавляются к телу вклада, 20% годовых. Я считаю, что это абсолютно безопасная история. У нас средняя сумма вклада небольшая, и сбережения средние украинцев, которые они готовы доверять банкам, они не превышают ту сумму, которую сегодня гарантирует фонд гарантирования вкладов. Он гарантирует 200 тысяч гривен. И я думаю, что для большинства украинцев эта сумма вполне достаточная. Мы участники фонда гарантирования. Попробуйте разместить депозит у нас. Во-первых, это нормальная, хорошая, одна из лучших ставок сегодня. Я объяснил, почему. А во-вторых, это очень удобно сделать. Вам не надо на самом деле идти в кассу. Можно принести деньги в кассу банка-партнера, а можно просто с карты любой перевести. То есть пополнил карту там, своего банка, где ты обслуживаешься, и пополнил депозит с этой карты. Очень удобно, попробуйте. У нас сделано круто, в депозитах тоже там есть код наш. Ну, в общем, прикольно. Все інноваційно. Варто спробувати. І удобно, да. Насправді, якщо також поговорити про те, як в один клік, так як я на самому початку казала, зробити собі рахунок, відкрити, щоб люди, які тільки знайомляться, користувачі, захотіли спробувати і, власне, зробили це, розповідайте, що потрібно зробити, аби стати клієнтом монобанку, зайшов в мережу, п'єш каву і стаєш клієнтом через скільки часу? Очень хороший вопрос. Очень просто стать нашим клиентом. Вы можете просто с маркета скачать наше приложение. Кстати, я могу отдать свою ссылку реферальную. А реферальная программа сегодня у нас – это программа, по которой клиенты друг другу рекомендуют. И потом им кэшбэк. Да, у нас сегодня 30% клиентов попадает к нам по рекомендациям знакомых. Это невероятная цифра, та, которая говорит о том, что у нас не столько клиенты, сколько фанаты. Они рекомендуют друзьям, знакомым, делятся своей ссылкой. Тому що, як його називають, сарафанне радіо, спрацьовує найкраще будь-якого маркетингу. Абсолютно. Сарафанне радіо, которое ще й немного монетизировано. Тобто ми платимо 50 гривень тому, хто рекомендує. І коли клієнт по рекомендації друга відкриває карту, він теж отримує 50 гривень. Коли ми це внедрили, я сказав, що мені 50 гривень не треба, я все віддаю клієнтам. І тому по моїй ссылці можна отримати 100 гривень. Якщо захотите, ви її можете розмістити у себе, якщо це не буде рекламою. І клієнт и ваши телезрители получат 100 гривен, когда откроют карту. Это очень интересный эксперимент был, потому что я по своей ссылке уже привлек около 2000 клиентов. Я просто ее запостил, написал, что 100 гривен, а у всех было по 50, и по моей ссылке очень много приходит клиентов. Ну, я рад, что я свои 50 гривен отдаю клиентам. Ну, я думаю, им також це власне. Да, и думаю, что зрители вашего канала будут тоже вам благодарны, если они получат 100 гривен, посмотрев вашу передачу. Абсолютно точно, с бонусами. Так, таке запитання по унікальності картки без реквізитів. Тому що в мережі з'явилася інформація, дуже багато ЗМІ, дуже багато медіа постили, що Монобанк обійшов свого головного конкурента, не будемо називати, власне, і випустив першу в Україні, власне, в Європі карту без реквізитів. Що це за карта, в чому її унікальність і як це все працює? Да, карта действительно необычная. Первый раз эту карту показала компания Apple. Она запустила Apple Card. И на презентации, по-моему, в апреле этого года она показала эту карту. Они начали ее продажи в сентябре. И до этого никто из банков не мог продавать, потому что платежные системы зарезервировали это место для Apple. Это очень большой игрок. И когда он выходит на этот рынок, понятно, что под него подстроились платежные системы. А после того, как Apple стартовал, все остальные банки смогли тоже сделать этот продукт. У нас получилось сделать его первыми в Европе. Там несколько банков заказало эти карты, но продажи не начали. Карта без номера – это просто такой фан. И на самом деле те, кто пользуется картами активно, знают, что этот номер, когда ты тратишь деньги в наземных магазинах, он никому не нужен. То есть карту
либо прикладывают к терминалу, либо платят кошельком электронным, либо вставляют чипом в терминал, либо в банкомат. То есть номер на самом деле нужен для расчетов в интернет, ну, в явном виде, чтобы ты его мог внести. Мы этот номер держим в приложении, клиент может посмотреть номер своей карты, которая без номера. То есть он просто... Конечно. Он есть в приложении, а на пластике он не нанесен. Поэтому он делает эту карту более безопасной, потому что когда вы передаете карту официанту или какому-то сотруднику, который проводит оплату, вы понимаете, что ваш номер никто не перепишет, ваш код, который сзади написан, никто не перепишет, у вас нет этого, ну, как бы... И это, если это втратишь карту, да и загубишь, чи... Ты когда теряешь карту, на самом деле ничего не происходит, потому что, ну, если ты ее заблокировал, то, так как при транзакциях пин нужен, в интернет не ведешь, то есть это просто очень безопасный простой продукт, я рекомендую, пока у нас эта карта платиновая, она у нас платиновая, но она сделана на самых высоких рангах платежных систем, у Visa это Visa Infinite, а у MasterCard World Elite, и она наделена целой кучей сервисов, которые соответствуют этим рангам, то есть это не платиновая карта на самом деле, а карта очень самого высокого уровня, мы специально написали на ней платину для того, чтобы она выглядела демократично. Цена у нее как у платиновой карты. И клиентам она дает очень много возможностей. Какая цена, до речи, еще передачу? 500 гривен выпуск и 250 гривен в месяц обслуживания. Ты при правильном пользовании, активном пользовании можешь стоимость этой карты в первые 3 месяца получить назад в виде кэшбэков или миль. А там есть программа с милями, и ты можешь от каждой траты получать мили, а потом выбираешь любую транзакцию по покупке билета с карты и просто переводишь накопленные мили на покрытие этого билета. Любой авиакомпании, это очень удобно. Я уже 3, по-моему, или 4 билета себе так погасил. Мы использовали эту программу первый раз на железных картах, а вот платиновая карта, она очень похожа по наполнению на железную, просто это пластик. Но я считаю, что это выдающийся продукт, которому по цене и наполнению нет равных. Ну, в Украине точно, я думаю, что в Европе... И в Европе можно попробовать. Ну, в Европе, скорее всего, нет, потому что в Европе все дороже, и там уровень клиентов, обеспеченности клиента выше, поэтому там цены выше. У нас очень крутая карта, я очень рекомендую попробовать. Они 3 цвета. Есть розовая, можно вот почти такая, как у вас блузка, и стальная, и черная, и вот можно выбирать. Ми на початку запитання, власне, про карту без реквізитів поговорили про те, що обігнали конкурентів. Що думаєте сьогодні про конкуренцію в банківському секторі України в цілому? І зазвичай банки якоюсь унікальністю свого продукту стараються втримати постійного клієнта і захопити нового. Як сьогодні з конкуренцією в Україні? Сьогодні конкуренція в Україні, ну, вона є. Это пункт номер один. Но она достаточно специфичная, потому что получается, что крупные игроки, так оказалось, что они все это государственные банки. Государственным банкам достаточно сложно фокусироваться и правильно формулировать цель бизнесовую. И эта конкуренция, она такая, она как бы есть, но ее и с другой стороны и нет. Потому что банки с иностранным участием, они не очень активны. Видно, потому что им так диктуют материнские конторы, что они не берут много риска и не очень активно представлены, потому что рынок очень быстро меняется, а банки с иностранным участием пользуются тем программным продуктом, который им присылают в основном материнские компании. Материнские компании продукты обновляют в Европе раз в год, это по праздникам. А государственным банкам, как я уже сказал, сложно фокусироваться. Мы сегодня достаточно спокойно себя чувствуем, мы конкуренцию в принципе не боимся, но сказать, что есть конкуренция прямо вот как на сильных рынках, когда, за клиента идет борьба, когда он получает там, в Америке в почтовом ящике там, по 10 писем каждый день от каких-то банков. У нас такого нет. То есть банки все смотрят на нашу историю,
многие банки хотят так, как у нас, там начинают делать что-то похожее, изучают наш опыт, и в принципе они конкурируют, но эта конкуренция больше просто инерционная, чем реальная, хотя вот за депозиты, наверное, все-таки конкуренция есть. И наостанок, пане Олеже, на вашу думку, чи є надто велика, порівняно з розвиненими країнами світу, облікова ставка Національного банку причиною відсутності конкуренції на ринку, тому що клієнт там умовно просто не бере той кредит, чи просто не кладе гроші на депозит, тому що не вигідно. Висока ставка учетна, вона дійсно здержує кредитування реального сектора. Но розницю це касається опосередовано. Почему? Потому что на самом деле те ставки, которые есть по розничным кредитам, допустим, по картам, они высокие во всем мире. То есть вот эти рассказы про то, что в Европе кредиты под 1%, по 2%, они справедливы применительно к кредитам на жилье, на авто. А если ты берешь карту кредитную и тоже не укладываешься в грейс-период, то там ставка вот прям похожа на нашу. То есть розничное потребление, оно не так реагирует на вот эти ставки, потому что клиент меряет свои расходы в маленьких покупках не размером ставки, а величиной переплаты. И когда он там делает переплату 10 гривен, для него это немного, он на это соглашается, а это может быть там 30 или 40 годовых. И банки это понимают, и в принципе там в Англии, где мы сейчас запускаем проект, или там в той же Австрии, ставки по кредитным картам достаточно высокие. А вот когда мы говорим про то, что сдерживает развитие экономики и кредитование реального сектора, эта учетная ставка действительно не дает банкам выдать кредит дешевый бизнесу. Почему она не дает? Потому что за учетной ставкой, допустим, следует акционный Нацбанка, который привлекает свободные ресурсы банков по высокой ставке. То есть эта ставка, она маркер, почем Национальный банк готов заимствовать у банков, а банки заимствуют у населения и у бизнеса. Поэтому депозиты... И коло замыкается. Депозиты как раз развиваются, все аплодируют этим ставкам. То есть курс укрепляется, ставка по гривне 20. Малина, можно ничего не делать. Ну и, конечно же, банки размещают свободные средства в сертификаты Нацбанка, в облигации, и никто не отдает бизнесу деньги дешевле, чем то, что они могут сделать с Нацбанком. Поэтому действительно должна ставка снижаться. Но для того, чтобы ставка снижалась, должна же быть предпосылка, потому что только ты снизишь ставку ниже какого-то уровня, отпустишь инфляцию, с одной стороны, ты направишь свободные средства в валюту, потому что инфляция в гривне выше, а в валюте ниже, то есть тогда все уйдут в валюту, и это будет серьезная девальвация. Поэтому проблемы есть, але це завдання влади і Національного банку. Это задание не только для Национального банка, это задание в целом для правительства и Национального банка. Им нужно создать такую сбалансированную ситуацию с достаточно контролируемой инфляцией, с нормальными правильными условиями для кредитования, потому что кредитование сдерживается не только ставкой сегодня, но и сдерживается тем, что кредиторы не сильно защищены, оно сдерживается культурой ведения бизнеса в Украине, поэтому это комплекс, оно вот прямо по щелчку пальцами не становится, и нельзя выпустить приказ, что с завтрашнего дня ставка учетная 3%, вперед кредитуйте по 4%, так не будет работать. Але мы оптимисты и сподіваємося, что абсолютно все будет так, как вы сказали, до цього, і про інфляцію, і про ведення бізнесу. Пане Олеже, дякую вам за конструктивний діалог. Спасибо, Діана. Спасибо. Це був Олег Гороховський, співзасновник Монобанку. Дякую, що ви з 8-м. До зустрічі.